75-летие Великой Победы для Новосибирска стало знаковым. В этот юбилейный год героизм новосибирцев, проявленный в годы войны, отмечен званием «Город трудовой доблести». Ко Дню Победы завершена реконструкция монумента славы. Обновили аллею оружия, отремонтировали мемориал единства фронта и тыла. На пилонах исправили ошибки в фамилиях фронтовиков, отреставрировали чашу вечного огня. Пламя, зажженное в Москве у могилы неизвестного солдата, бережно хранят на посту номер 1.